Так, мы сегодня решили сходить на заброшку и показать вам экскурсию по ней. Очень там заброшено, все тут разбито, там у меня рабочее. Как у нас будет, как сталкерство. Покажу вам, не отключайтесь. Хейтеры, пошлите нахуй. Запикать надо. Запикать надо, запикать потом. Короче, пошлите. Пошли. Идем. Вообще, блин. Тут, блин. Стена даже развалилась. Страшно, блин. Не стена, а перила. Перила, да? Да. Капец. На второй этаж, блин. Что на второй этаж? Потом. Ух ты. Блин, да, они мне сейчас кто-то пофоткают. Пофоткаем. Офигеть. Походу, да, ядерная. Нет, это нитки. Нитки? А, это шпульки. Смотри, везде, везде, вот смотри. Везде шпульки. Пипец, вот это. Опять везде. Паш, походу, это парашюты. Нитку парашюты, ведь нитку вязали, походу. Походу. Ну, тут уже кто-то до нас был. В СССР, походу, делали все это. Ой! Так. Не, смотрим дальше, что тут у нас еще есть. Вот видите? Здесь кирпичик еще разломали. Страшно, да? Ой, смотрите. Вот. Блин, какой огромный тут, да? Смотрите, это первый этаж, люди. Ну, везде опять нитки. Знаешь, это какой-то цех все-таки был. Смотрите. Смотрите. Ребят, как вам? Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Смотрите. А прикольно. Прикольно, да? Я вот так. Кто-то очень сильно убегал и тапочки оставил. Ну даже вырубили. Помешал кому-то. Посмотри, смотри. Один, два, три. Какие-то это традиционные, радиационные, или что там, интересные. Прикольно, пустая там. Смотрите, сейчас будем на второй этаж скоро подниматься. Да. Ну опять эти шпульки везде, всякое дребедень. Смотрите. Большое здание, конечно. Ой! Большое здание. Везде шпульки, не упади. Смотрите. Мои кроссовочки. Что там у меня кроссовочки? Нам что, второй этаж? Так, люди, пошли на второй этаж. Мы же обещали вам на второй этаж. А где поднимемся, здесь или там? Здесь, там, спустимся. Вот, смотрите. Офигеть, знаешь, выход на второй, это как называется? Запасной выход. Запасной, да.
сюда, сюда. Не надо, я просто туда. Туда? Стены. Ой, а тут уже побывали. Маш, ну-ка прочитай, что а там написано. У меня латинский, у меня английский, если что. Я медик, я латинский. Тут уже до нас был. Очень сильно. Отдыхали. Вот смотрите, резинки. Для трусов. Так, ух. А стол ничего такой. И стол. Ой, смотрите. Шикарно, пойдем дальше. Пошлите. О, ёршик. Что, ёршик? Да. Смотрите. А? Для ядерных этот, для ядерных пуска кнопочка так бинг. Где шпульки люди валяются, уже пустые. Ну, да. Стен нету. Почти все. Ой, смотрите, запасной выход. Хотите? Нет. Второго этажа. Спрыгнуть без лестницы. Смотрите. Какой-то возик. Я про это говорил, как на возике. Можно подъехать, посмотреть. Я думаю, там... В танке грязи не боятся. Ой, смотрите. Это что, СССР? А, вот, картинка. Ничего себе, пацаны. Прикольно, да, раньше рисовали? Да. Я только сблизи вам покажу сейчас. Подождите. Вот, смотрите. Вот еще одна. Смотрите. Здание костер делала. Шикарно. Посмотрите. А это типа, не знаю, что это было, но тут... Ой, блин, смотри. Ага. А я сначала тут посмотрю, потом с другой стороны посмотрим. Тут все жгли люди, смотрите, жгли. Земля только откуда взялась. Вот с другой стороны. Тоже земля. Такая фигня. Везде стекла. Вот так вот бумажка. Книжка была. Повестки, походу, как раз это. А, блин, 85-й год. Даже старее меня. А, смотри. Покажи, что же я дергаю там этот. Вот это, смотрите, какой-то список. Ой, да еще же, извините. Я буду, давай посмотрим, что это. Как, какой-то проезд. Смотри. Что это, короче, люди? Если это кто знает, что такое, напишите, что это такое. Ну как квартира была? Какие-то квадратики, кубики. Как кто знает, пишите. Как здесь это вся? Все, что возможно, можно быть наушники, типа. Хрень. Рабочий. Ну-ка. Да. Тебе идет? Иди давай.
А нет, это чтобы куба. Рабочие. Вот тут очень-очень много шпулек. И все. Ребят. Да везде столько же. О, смотри, как я тут увидел сиську. Не, губка какая-то, типа. Может, наушники бы? Сиську видел. Где сиську видел? Да. Смотрите. Для чего люди фарфоровые колечки? Кто знает, пишите в комментариях. Yeah. Поехали дальше. Куда дальше пойдем? Где ты? Инструкции. Короче, там еще. А, пустая. Пустая. Все, в магазин пойдем. Пошли в магазин, пошли.